Привет, друзья! Военкор Александр Коц опубликовал видео боя на границе России и Украины в районе Севского района Брянской области. Вечером 25 апреля украинская группа на двух автомобилях подъехала к контрольно-пропускному пункту и попыталась прорваться в Россию. Не сумев этого достичь, начался обстрел территории России из миномета. Ответным огнем бойцы российской армии с Тувы подавили огневую точку и уничтожили украинский автомобиль. Позже на подмогу пришел российский вертолет. Остатки солдат Украины отступили. Эти события отражены частично на сайте Минобороны России. Ась! Хохлы ебаные! Ола, дарбожа, я шут шаг тушкен, язык ерге! Пулемет модр. Съемчик, съемчик, я вам сплю. Алло, Съемчик на связи. Что там, куда стреляете? 11 часов с АГС, хуй. О, с чего работает? С АГС работаем. Я хамнул сюда. Бывайте, бывайте, расху**йте там что. А где мы? Да. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.